Магомед Исмаилов встретился с Александром Емельяненко и записали небольшое совместное видео. А перед началом, друзья, поставьте, пожалуйста, лайк для продвижения видео. Заранее спасибо. Лысая башка, дай пирожка. Пирожков нам сюда, ма. Как ты, Саш? Как? Хорошо выглядишь? Хорошо выглядишь? Вчера тебя видел. Тренировочный процесс что говорит? Идет. Нормально? Полный ход, да. Что? Вон два потенциальных моих оппонента сидят, соперника сзади. Да? Ну ты порешаешься. Порешаешься. Все, жду. Самое главное. Ца-ца! Ца-ца! Чарльз Оливейра заявил, что спортивная комиссия Аризоны хотела, чтобы он проиграл Джастину Гейджи на турнире UFC 274. Перед поединком бразилец не смог сделать вес, из-за чего был лишен чемпионского пояса. Но бой он все равно выиграл, хоть и в итоге не сохранил чемпионский титул. По мнению Оливейры, в спортивной комиссии хотели, чтобы он потерпел поражение. Сам Гейджи является уроженцем Аризоны. «Мне могли отрезать ногу, но я все равно показал бы тот же вес. Спортивная комиссия ограбила меня. Такова реальность. Они хотели лишить меня пояса, хотели повлиять на меня психологически, но ничего не получилось. Я показал всему дивизиону и миру, что я, Чарльз Оливейра, являюсь чемпионом в легком весе. Неважно, как они пытаются повлиять на меня. Я чемпион». Как вы знаете, карьера Забита Магомедшарипова очень долго находилась в подвешенном состоянии. Травмы Забиту не давали покоя, потом тренер Забита заявил, что он заканчивает карьеру бойца. Но сам Забит на эту тему никак не высказывался. Так вот, буквально только что Забит опубликовал пост, в котором попрощался с UFC. Ассалам алейкум, друзья. Знаю, многие ждали моего возвращения. Не было ни дня, чтобы кто-то не спросил, когда бой. Но я принял решение завершить спортивную карьеру. Срывы боев, а затем проблемы со здоровьем. Все это не давало выступать раньше. Сейчас хоть и восстановился, но чувствую себя уже не так, как раньше. Благодарю всех, кто болел за меня столь долгое время. Чемпионом стать не успел. Но думаю, и без этого смог порадовать вас. Я перестаю быть действующим спортсменом, но не ухожу из спорта. Мне есть чем и с кем поделиться. Делиться своими знаниями. Так что не прощаемся, друзья. Еще раз всем спасибо за поддержку. Тренер Забита Мансур Учакаев также отреагировал на завершение карьеры Магомедшарипова. Забит не раскрыл даже 50% своего потенциала. Если бы он продолжил профессионально себя совершенствовать, он мог бы быть чемпионом в двух весовых категориях. Забит – это уникальный спортсмен. Я вырастил многих чемпионов, но у меня никогда не было настолько талантливых спортсменов. Такие рождаются раз в 20 лет. Он мог бы быть суперзвездой. Когда он попал в UFC, то он уже не готовился, не тренировался должным образом. Но то, что я видел, то, что он делал на тренировках – это было феноменально. Очень жаль, что Забит завершил карьеру. Лично я очень надеялся, что Забит залечит все свои травмы и заберет титул. Но получилось так, как получилось. Забит это, наверное, самый добрый боец. Желаю ему только удачи в любых других начинаниях.